Западные образцы вооружения, которые мы владеем, тоже иногда, когда они у нас есть, они добавляют. Насколько они изменили ход войны? Потому что Прошинский, например, говорил, что ну, мы практически не видели эти западные вооружения, кроме того, что там покупаем винтовки снайперские, ну, потому что он сам снайпер там, да. Нет, ну реактивная ну, ракетная система однозначно. Я очень много видел, как. Хаймерсы. Да. Это очень важный элемент. Я очень много раз видел, как они работают. Действительно эффективное оружие. До определенного момента та же артиллерия, топоры очень эффективное оружие. 77. Да, очень эффективное реальное оружие. Тоже очень много видел раз их работу. Тоже очень эффективное оружие. Экскалибуры. Ими очень часто сжигается техника врага на довольно серьезном расстоянии. То есть это снаряд, высокоточный снаряд, активно-реактивный.